снимаю твою интересную игру. Ну, естественно, тебя. Ты достал два шара уже, что-то не получилось. Цепляй шар и сюда выбегай. Отлично! Молодчина, еще три штучки осталось. Черт, сними. Давай конфету уже. Как? Не могу. Не знаю, раздвигай, бери конфету. Не могу. Попробуй. Так. Мне кажется, надо взять шарик, зацепиться за потолок, выкинуть его. Теперь шарик. Не спеши. Папа, ну ты же видел, ты же сделал это уже, да? Я ударял, он все не может. Попробуй еще раз. И опять. Так. Если ты не получишь. Так, ты наверх его. Видишь. Попробуй по-другому его, это ж физика. Я это не могу. Это тебе не математика, это физика. У меня нет другого шанса. Есть у тебя другой шанс? Я сначала зацепись за потолок, потом за конфетку и опять за потолок выкинешь ее. Вот. Теперь конфета, потолок и выкинул ее. Начали. Вот видишь, ну и как. Окей, не закрывай. Все, бери конфету сейчас. Попробуй взять конфету сейчас. Вот взял. Что дальше? Доставай конфету. Как? Мишень на нее. Вот на это? Да, на конфету. У нас задача достать конфету. Ух ты. Видишь? Ты двигаешь даже коробку, я вижу. Миша, твоя задача достать конфету. Пока ты не можешь, но сейчас достань. Вот, да, ты взял шарик этот. Бери его. Я не могу сразу сюда полететь, тут делаю, только одна рука. Для этого дана голова. Мы же думаем сейчас. Мы сейчас думаем, как это сделать. Я знаю, что ты сделаешь это. Давай, думай. Как достать эту конфету? Надо чуть-чуть подумать, как же ее достать. Давай подумаем. Все сначала было. Попробуй сначала, если хочешь. Но я бы убрал один шарик и я бы достал, мне кажется, конфеты. Как? Ну давай покажу тебе.